Ярославскому региону очень важно, чтобы Ростовский Кремль вошел. Вошел именно в этот проект и стал победителем. Когда мы вместе с Ростовским Кремлем, с администрацией, с правительством области начинали проект по популяризации Ростовского Кремля, мы в активную фазу вошли 20 мая, мы не входили в десятку. И когда нам удалось все-таки консолидировать общество, благодаря вам, присутствующим здесь, да, вы несете информационные потоки, мы все-таки вошли в десятку и потихонечку стали подниматься. Сегодня, вот на сегодняшнее утро, мы находимся на 8 месте. Но это ни о чем не говорит, потому что еще есть 30 дней, и нам в этой десятке надо удержаться, и, конечно, задача стоит войти в пятерочку. А дальше, я думаю, что будет легче, потому что дальше Ростовский Кремль, ну, это та достопримечательность, которая известна всей России.